Всем здорово, на связи Малфой. Сегодня в ролике я буду учить своего батю играть в GTA КРМП. Родина, рой, плей! Приятного просмотра! Погнали! Короче, друзья, мы уже с вами на сервере, как бы это КРМП, Родина РП, сервер от Аризоны, думаю, многие знают. Хочу тебя обрадовать, нам выдали админочку. Это вообще, ребята, это жесть. Давайте мы, короче, ведем команду А-панель, вроде это так. И введите админ пароль. Батёк, признавайся, какой пароль? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Эндер. Сервер закрылся, иди. Батёк, ну неправильно! Да я это просто наугад сказал. Да наугад, ну надо было ж правильно сказать. А я долбу, откуда ты пароль точно... Да я ж тебе казал. Казал. Куда ты мне там заказал? Казал. Так, попыточка у нас вторая. Вводим свой супер секретный пароль. И теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опа, все, вы успешно авторизовались как администратор. Подожди, я его могу взломать, надо его изменить. Так, сразу же мы включаем режим ай-ютубер. У нас тут получается скрытые IP-адреса при входе админа-лидера, при переводе денег в банки и так далее, понятно. Погодите, челик в репорт пишет, помогите. А ну-ка давайте за ним последим. 109-й, я просто в КРМП. Ё-моё! Это так непривычно, типа графика совсем отличается. Ребята, я это помню. Помнишь? Как возили ребятами бензин на заправку? Мы к нему сейчас тпшнемся, и нужно его 109-го на дорогу откинуть, правильно, батёк? Да, откинь его. В идеале это я должен тебя учить играть в эту игру, а получается вот наоборот. Бля, почини меня еще, драго. Почини... Флип. Все, ну, он с голосовым чатом играет. Не за что, братишечка, не за что. Груз можно как-нибудь? Не, груз, давай ты уже сам будешь работать, братишка. Не, хай потренируется. А бочку как он вытащит? Ну я не знаю, пускай как тренируется. Не, ну батёк, это ты меня учишь играть в КРМП, ого. Мусора, 100%, смотрите. Это не мусора, а мусора. 100%. А мы можем в мусорке покопаться, нажмем Alt. Здесь так копается, я думаю, ныряю туда. Вы покопались в мусорке, но ничего не нашли. Попробуйте еще. А ты говорила, не, что я ничего не добьюсь, да? Я добился. По мусоркам шастаю. В КРМП. Не, можно что-то классное, ребята, найти. Собственно, давайте мы зайдем опять же в статистику /MN. Здесь очень удобно. Мы можем выбрать статс. И у меня вот такая вот статистика аккаунта. Текущее состояние счета 694 рублей. Это настоящие рубли? Да, настоящие рублики. Имя Драго Мальфо. Шо? А че Мальфой? Драго Мальвина. Какая Мальвина? Нужно будет Стасику написать, что меня тут обижают. Погоди, транспорт, Тесла, киберпанк? Это подарок от любовницы, наверное, стопудово. В смысле? Погоди. Не, ну я когда-то играл на Родину, но очень давно. И по идее, я знаю систему, что если ты не заходишь в игру, то транспорт потом же слетает за налоги, правильно? Погоди, Тесла, киберпанк есть. Налог 360 тысяч. Так, а ну-ка давайте нажмем найти машину, допустим. Так, у нас меточка на карте отмечена, мап. Наша Тесла, киберпанк стоит в поле. Я не знаю, друзья, что он там забил. Забыл? А что это было? Как будто НЛО инопланетяне с космоса мне... Это, погоди, это новая Тесла, которая, да? Это на электричество, что ли? Ну, конечно, да. Электрокар. Машина открыта. А ну-ка. А ну-ка даже я включу этот самый звук, чтобы слышать. Английский. Батёк, это реальная Тесла Кибертрак. Ну, здесь как бы киберпанк, но она херачит 190 километров. Звука вообще нет. А ее нужно как бы бензином заправлять, чи не? Не, она, мне кажется, электрическая. Ну, хорошо, но здесь состояние бензина 80%. А ну-ка попробуем на заправочку заехать. Друзья, рискуем ради подписчиков, проверяем эксперимент. 70 рублей, это почти как в реальной жизни. Этот автомобиль нельзя заправить. То есть ты едешь, и звука двигателя... Почти не слышно. А ну-ка иди сюда, дебил. А шо он меня подрезал, плохой человек? Хотел просто поиграть. Поиграться? Куда ты едешь, придурок? Передал сообщение по рации. Да шо ты врезаешься, дурак? 98 человек. Чё ты выебывался? А? Да соси шляпу. Зачем ты ему пишешь так? Так он сам быкует на меня, в смысле? Сейчас жалобу накатает. Задемил? Да. Он спрашивает, еще ты уроки сделал на завтра, братишечка? Конечно, сделал. Скажи, я уже две милфи от имел. Уроки? Какие уроки? Учи уроки, дебил! Двоечник ты! Ладно, мы не будем вступать в конфликт. Ну какой конфликт? Ты пекни его в... Да он опять меня убил! У моря я, у моря нахер, в дальнее плавание. Он мою тачку свистнул. На!
Хуй слил! Вроде никакого конфликта не было, я как бы прикалывался над ним. Зовут как его? Зовут его Рамзик Королевич. Рамзик Королевич! Рамзусик, красава! Ну я и чтоб я был на месте Малфоя, я б тебе в море. Короче, друзья, давайте так. Все, кто зарегуется после данного видоса на родине первом сервере, собственно, между вами я разыграю свою тачку. Как она там у меня называется? Тесла Киберпан. Только обязательно указывайте мой ник Драго Малфой, что он вас пригласил на сервер. Это важно. Да, Ватёк, полицейская. Ты, наверное, в каких-то... У меня синий... ПБ. Макдональдс даже есть, криминальный. Шо? Макдональдс? Да. А здесь есть Макдрайв, чтобы я подъехал и покушал? Сюда и заезжаем, поворачиваем. Давай. Есть. Макдрайв, встаньте на чекпоинт. Да ты закажи мне. Шо, Батёк, ты будешь кушать, Батёк? Усё и по 5 раз. Усё. Большой бигмак. 2300? Да. Большая картошка фри. Маленькая картошка фри. Подожди, до хрена стоит? А, этот Рамзи к нам ТП-шнулся, шо он от нас хочет? Мы вроде как бы разобрались, я тебе дал ХП уже, отстань от меня. Ты меня слил! Это ты меня слил с дигла, в смысле? Мы с тобой играем в КРМП, криминальная Россия, ты знал на что шел, поэтому не ссы и все будет балдежно. Жуляны, второе число, я жду тебя. Будешь ты с двоими друзьями, с оружием, приходи, жду, давай. А теперь пиздуй домой и учи уроки, бегом! А, мы забыли покушать. Кушай, кушай. Средний бургер, рулетки. Картошка фри. Чемодан открыть. А что это такое чемодан? Вот, рулет, черный чемоданчик. Юз. Нам выпала бронзовая рулетка, это нормально? А, херня. А, у нас есть рулетки перейти, бронзовая, ролл. Ну, деньги, XP. Классная рулетка, что себе нихера не понял. XP? Ну да, это какая-то рулетка удачи. И нам выпало 50 тысяч. Кстати, с одной рулетки это нормально, чуй. Да подожди, чуй, сам переночуй. 47 задолбайся, крутый ты. Посмотрим. 43 тысячи опять! Это, грубо говоря, 46 на... Короче, 100 тысяч из двух рулеток, прикинь. Еще 22 тысячи, а, нет. А, ни хрена, видишь, меньше дает. Ну, все равно. Да, на. Сколько у тебя азакоин? 694, столько ей, ну, было. Неплохо, неплохо. Автомобили, скины другое. 679 рублей. Это 6 миллионов 790. Ни хрена. Да нафига ты перевел? У нас теперь 8 мульто. Ты что, у меня кейсик получился? Ого! Да нафига ты перевел? Может, там навыки, XP, опыт, улучшение... Навыки вождения, бизнеса. Почему? Зара прострешь не можно. Да нихера не будет, блин. Так, погоди, GPS, смотрим, где у нас там это самое. Разные. Батяк, ты знаешь, где? Казино. Казино Эдова. Это какое-то подполье, наверное. Але не смотри. Не, ну здесь много народу. А ну-ка, здравствуйте. Ой, не играй тут, наверное. А, здесь можно 15 тысяч поставить. Давайте 15 тысяч. Лимит игроков, давайте 3 игрока. У Драго Малфоя 10, 12. И мы, короче, проиграли. 30 тысяч фишек. Ху! Никита Шторм выиграл. А я не знаю, как-то слишком быстро все произошло, я нахрен не шторм? Понял. Шторм? И здесь шторм. Залетел на какую-то ставочку, у нас 30 тысяч фишек. Так, у кого-то 9 выпало, а у меня выпало 8, точнее 6. И я все проиграл, спасибо, до побачения. Классно, поиграли, уху. Да не, у меня просто фишек осталось, смотри, ай, берем. Вот, у меня 92 тысячи фишек. Ну что ж, друзья, сегодня я хотел батю научить играть в GTA КРМП, а по сути он сам все разбирается, даже в некоторых моментах лучше, чем я. Ну, мод почти как на Аризоне, так что для меня это проблем не составило. Заходите на родину, играйте вместе с нами, как бы никнейм Драго Малфой указывайте в поле пригласившего игрока. Все есть в описании, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Покедова.